11 октября в бизнес-школе управления индустрией сервиса «Свиссам» прошел тимбилдинг для всех студентов. Главной задачей мероприятия было познакомить друг с другом студентов первого набора «Свиссам», а их 80 человек. Школа «Свиссам» готовит кадры для сферы гостеприимства, и здесь важно уметь работать вместе. Участников объединили в 10 команд. В каждую вошли студенты разных программ обучения – «Undergraduate», «Postgraduate» и «Culinary Arts». Мероприятие проходило в Святая Святых бизнес-школы «Свиссам» на кухне. Главными организаторами кулинарного конкурса были два шеф-повара бизнес-школы «Свиссам» – проректор по учебной работе Роджер Вайтенеггер и куратор кулинарной программы Маурицио Пиколло. Они предложили каждой команде приготовить салат и итальянскую пасту. Время готовки было строго ограничено. Рецепт блюда команда должна была найти самостоятельно. Кто-то воспользовался интернетом, кто-то обратился за консультацией к организаторам конкурса. Мероприятие проходило на английском языке, так как это официальный язык общения в бизнес-школе «Свиссам». По окончании конкурса жюри в лице ректора школы «Свиссам» Вальтера Шпалтенштайна, главы приемной комиссии Виталия Мишучкова, а также соучредителя бизнес-школы Евгения Кодомского определило победителя. Это команда «Hungry Pasta Makers», блеснувшая своим овощным салатом и трехцветной пастой с тунцом и помидорами. Закончился тимбилдинг настоящим итальянским пиром. Блюда были составлены на общий стол, и любой мог их попробовать. Все участники остались довольны вкусным обедом и совместной работой. Пока они только начинают учиться в «Свиссам» и уверены, что в будущем блюда будут становиться только вкуснее, а команда – сплоченнее.